Всем привет! Ты смотришь канал Заводила. Меня зовут Корниенко Олег. Сегодня будет видео о том, как мы подбирали бус для нашего клиента из Украины. Значит, наш клиент заказал автомобиль для коммерческих услуг, для работы на фирме. Рассматривали несколько вариантов. Первый – это или Mercedes Sprinter, второй – Volkswagen Crafter. Остановились на Mercedes Sprinter. Бюджет на автомобиль был выделен до 20 тысяч долларов. Но автомобиль должен быть свежим от 2015 года. Коробка не имела значения. Имело значение обслуживание и комплектация. Первые варианты по спринтерам мы нашли в Германии, недалеко от границы Голландии. Смотрим вот этих вот три спринтера. Два из них дороже, один дешевле, разница в пробегах, ну и соответственно в ценах. Значит, что по информации, машина 2015 года, на автоматической коробке передач, 95 киловатт двигатель, 2.2. Так, а ну что у него тут по пробегу? 304 тысячи. Значит, по ней она 15 года, вмененное лобовое стекло, лопнувшая туманка, резина здесь зимняя, Континенталь новая 18 года, Континенталь Ванко Винтер 2 протектор, ну реально она нульцевая. По кузову есть хлопок вот на капоте. Крыло не крашеное, но его снимали. Двери крашеные. Потом боковые двери крашеные. Стойка крашена. Сзади здесь крашено. Это крашено. Здесь на арке есть шпаклевка. Ну, она вот сюда задута. То есть двери уже эти задние, они родные. 60, она уже не крашеная. Гидроборд, ну тут наклейка какая-то была, не работает подсветка номера, лампочка вот эта. Эта сторона нормальная, но у нее здесь есть прострелы по ржавчине. 1, 2, 3, 4. 4 прострела. Отломанные крепления фонаря. Оно не становится на место. Зеркала нормальные, родные, целые, не лопнувшие. По салону есть пропал на водительском сидении. Руль, ну, для своего пробега нормальный, немного подзатертый. Вот вверху немножечко. Ручка покоцанная. Ну, здесь понятно, что-то ставили. Педаль тормозная с дыркой. Свет работает. Показал. Здесь бардачок. Раз. USB флешка 2. Подогрев сидений работает. Центральный работает. Аварийка тоже. Здесь всякие там розеточки, подстаканники. Тут тоже оно что-то грязное, есть пару царапинок. Пассажирское сиденье нормальное, но оно не химчищенное. В машине курили, но видишь, да, из-за пропала. И вот здесь, ну, как у всех бусов, то есть, ну, засаленное, тоже помыть нужно. Свет окей. Камера заднего вида работает. Поехали дальше. По сервисам сейчас гляну. Вот копия брифа. VT System IT Service. Какой-то IT сервис. Франкфурт на Майне. 24.07.15 она, значит, она куплена, ну, производство.
Запись 13.07.15 Мерседес. Ну, непонятно. Дальше все пустое. Никаких записей больше нету. Это техосмотр у нее был на 174 тысячи. Это дата регистрации. В 17 году 174 тысячи, 17 год, 14.07. Ключей 2, но на ключах вот такие вот типа выжигания какие-то. Кто-то выпаял себе типа номер, номер машины у него был там что-то FVT 115. Вот здесь вот кто-то вот такое западло сделал. То есть и на одном, и на втором ключе. Будка здесь ровная, нормальная, чистая. Ну, она не ухайдокана. То есть потолок нормальный. Это покоцанная. Арки то же самое. Вот покоцано. Здесь, здесь, здесь. Вот вмятины. С этой стороны то же самое. Вмятина, 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 царапина. Ну, как бы да, рабочий автомобиль. Замок есть вот такой. Редуктор задний, ну этот, сухой, я так не вижу, чтобы он там тек где-то. Кардан тоже. Задний сухой. Вот нормально. Сейчас впереди посмотрим еще, если будет видно. Тут тоже вроде все сухо, все нормально. Вот так вот. По дискам тормозным они подношенные, но не критично. Их еще тут чуть-чуть есть. Они ржавые. Надо поездить. Колпаков на этой машине нету. На этих двух. На одной есть, на второй нет. Вот эта машина у нее... Эта сторона не крашена, здесь не крашена, это не крашена. Но вот отбита накладка, крашеное крыло, здесь шпаклевка, капот не тронутый. А здесь крашена полностью дверь. Вот здесь вот это все шпаклевка. Здесь крашена и вот здесь шпаклевка. Машины с одной фирмы. Ну, даже видно, то есть дверь, вот она как будто там волной, если смотреть, она какая-то такая же волнистая. Вот эта машина уже продана. Так, по состоянию будки, ну, похоже, то есть то же самое, здесь подзатерто. Меньше арки покоцаны, чем в том. Запаска. В том я не видел запаску. Парктроники. Тут там что-то бампер. Ну, крыло крашеное, да. Вот тут даже чуть-чуть там какого-то там. Или грунта больше, или шпаклевочки минимально. Здесь тоже видно. Коцнутый у него корпус. Тоже он с каким-то двухсторонним скотчем заклеенный. Так, ручка такая же, педаль меньше затерта. У нее пробега 230 тысяч. Сидуха под химчистку, без пропала. Руль. Ну, руль так, чуть-чуть получше выглядит. Больше затерта здесь. Точно так же, как в том, бардачок тоже там подертый. Турбинка... сухая, выглядит нормально. Так, особых потеков здесь тоже не вижу. Тоже омывачки здесь на пол жизни. Бачок такой себе, конечно. На 229 18.01.19 был. На 230 тысяч. У этого вот крученный капот. Снимали.
Хотя с этой стороны болты нормальные, но тут что-то болты крутили, вот эти крученные болты. Крыло нормально. Так, будку посмотрел. Заводим. Тридцать у него пробега. Тоже камера заднего вида. Скол на лобовом стекле. По итогу, значит, после осмотра я отправил клиенту всю информацию. Он сказал, что подумает, но эти машины ему не подошли, они ему не понравились. После этого еще нашли несколько вариантов, но там мы не помещались по бюджету. Потом появилось объявление о продаже спринтера с очень маленьким пробегом и с нормальной адекватной ценой. Потом я поехал к нему. Смотри дальше. Mercedes Sprinter, то, которое я смотрел, синее. Вот клиент выбрал вот такую. Значит, вот есть мятинка, уже видно. Пару царапок. Машина с пробегом 39 тысяч. Помята задняя дверь и бампер. В двух местах, и вот дверка помята. Есть вот еще на пороге облезшие, чуть и примятый он здесь. Автомобильный крашен. 15-й год, все стекла родные. Вот такой вот Mercedes. Лобовое тоже. Здесь родное, ну тут что-то... Не поймешь, что оно не на месте. Передние парктроники, диски тормозные, они новые. Но этому автомобилю у него 39 тысяч родного пробега. Ой, бля. Все, let's good. Еще комплект резины есть летний. Машина без сколов. Абсолютно. Поворотники целые, мелкие царапинки на пластике. Редуктор сухой. Задний мост сухой. Здесь тоже оптика целая. Ну, короче, выгреть бампер, поправить дверь, выдавить вмятинку. Все окей. Сидуха засратая. Котник норм. Что у нее есть? Парктроник. И все. Шестиступенчатая коробка. Машина эта клиенту подошла, понравилась. Мы поместились в бюджет. Значит, сумма этого автомобиля с растаможкой, с доставкой, со всеми документами получилась что-то там в районе 19 тысяч долларов. Клиент доволен, что поместились в бюджет, доволен машиной. Ну, а теперь у меня вопрос. Пиши в комментариях, какой бы бус выбрал ты. Всех вам благ и зеленых бумаг. Пока.